Всем привет, с вами Леша, это канал «Хочу жить». Сегодня у нас понедельник, 11 июля. Я поставил перед собой цель за 10 дней научиться ходить. Но максимум к 1 августа, максимум, потому что я знаю, что не все может получиться. Хоть я и буду выкладываться на максимум, но не все так просто. Плюс я учитываю все форс-мажоры, которые могут случиться. Здесь 11 июля. Вот видео я вставлю сюда. Потом через 10 дней я еще сниму видео. Точнее, когда я уже научусь ходить нормально на костылях, моя цель — спуститься самому вниз по лестнице. Потом буду ставить новые цели. Я хочу этим видео, я хочу показать то, что возможность человека безгранична, что если он захотел, он сделает. Вот я захотел, я реально захотел это сделать. Я вижу улицу, я вижу из окна, но я хочу гулять. Я хочу просто спуститься сам на улицу. И много я говорить не буду сейчас. Потом я запишу еще в конце моего эксперимента. Когда пройдет 10 дней, я запишу еще один ролик. И там уже расскажу, что у меня получилось. Может быть, что-то вставлю, какое-то видео. Не знаю, пока планов нет, но... С сегодняшнего дня я начинаю интенсивно заниматься именно ногой. Ни гантели, ничего. Турник и нога. Все. Я буду укреплять. К сожалению, заснять это вряд ли получится. Но это долго. Мне надо будет стоять по 20-30 минут на одном месте. Это, я думаю, никому не интересно. Поэтому я засниму, когда в конце эксперимента. По крайней мере, через 10 дней. А там посмотрим, будет ли это конец, или еще надо будет продолжать. Но до 1 августа я буду ходить на костылях. Это моя цель пока что. Потому что ходить полностью, это такую цель ставить я сейчас не могу. Тут очень много нюансов, и это зависит не от меня, в отличие от того, что на костылях. На костылях это полностью зависит от меня. Смогу ли я укрепить так свое тело, что пойду через 10 дней или нет. А на второй ноге это надо еще операции делать, и не одну. Поэтому тут от меня мало что зависит. Точнее, ничего почти. Это был канал «Хочу жить». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки. Всем пока.